Это очень тяжело. Хорошо, я думаю, что это торт. Я думаю, что торт. Что это было? Нет! Даже не знаю! Тортик вообще ли это? Не похоже на торт! Привет, меня зовут Пози, и сегодня я скрафтил настоящего фиксая в реальной жизни. Привет, меня зовут Фикса, и сегодня я не скрафтил Пози в реальной жизни. Сегодня мы будем проходить челлендж. Угадай фейк или настоящую еду. У нас с Фиксаем есть 5 сердечек. 5 сердечек на двоих. Да, чувак, это будет реально сложно. Но сначала мы угадаем, кто из нас фейк, а кто нет. Пози, ты фейк? Сейчас проверим. Давай проверим. Понял ли тебе? Значит, настоящий. Поехали. Первое видео. Cake or fake? Итак, чувак, что ты думаешь? Слушай, очень похоже на то, что оно как будто бы не пластмассовое даже. Видишь, какие-то блестяшки на этой... Чувак, у нас есть всего лишь 5 жизней. Напомню тебе, мы не должны тратить их впустую. Мне кажется, что это настоящие часы. Мне кажется, что это настоящий будильник. Знаешь почему? Потому что вот тут что-то грязненькое, видишь? Либо это мой монитор. И еще, кстати говоря, тень еще очень хорошо падает. Ладно, давай, это настоящее. Окей, это настоящее. Что? Что? Слушай! Да нет! Подожди. Нет. Надеюсь, может, что уже это настоящие часы. Надеюсь, это настоящие часы. Нет! Я думал! Что? Я открыл, оно очень странно блестело. Как ты это понял? Очень странно блестело, не по-настоящему. Так материал не светит. Мы потеряли первую жизнь за первую минуту. Чувак, это просто... Это будет самый сложный челлендж, который вы когда-либо видели. Обязательно досмотрите этот ролик до конца и попытайтесь пройти все челленджи вместе с нами. Так, окей. Мне кажется, что настоящая дынька. Настоящая, да? Да, он вначале спалился даже. Да? Да. Видишь? Да, да, разрезает как-то с трудом. Да, все трясется вообще. Это настоящая дынька. Да, это настоящая дынька. Итак. Я ни с чем ее не перепутаю. Что там? Уже вижу, что зеленое. И прикинь, сейчас вытекает шоколад, и мы такие, что? Вот что это было? Это же даже не торт. Это виноград это внутри? Виноград. Не, ну не, это была настоящая дыня. Да, это настоящая дыня. Поэтому мы не теряем жизнь, все в порядке. Окей, дальше. Слушай, это не настоящий перец. А что это? Это перец. Сладкий это перец? Да. А ты когда-нибудь видел такой красно-желтый перец? Никогда. Хотя смотри, видишь вот эту вот штучку непонятную? Такое ощущение, как будто бы она немножко, ну, плохого качества. Я не знаю. Я честно не знаю. Я вот смотрю и не могу понять, это настоящий перец. Слушай, или нет. Вот меня это немножко смущает. Давай понадеемся на твою чуйку. Итак, твой это ответ. Настоящий перец. Настоящий перец. Да. Ты уверен? Да. А тут вопросительные знаки. Их целых два. Два, значит, это не настоящий два. Перец. Два умножить на настоящее умножить на два, получается не настоящее. Не настоящий, да? Так, окей, отвечаем. Что? Что мы отвечаем? Слушай, ну это структура перца другая. Это не настоящий перец. Не настоящий, окей. Не настоящий. Это тортик, да? Надеюсь, это тортик. Пожалуйста, это тортик. Пожалуйста, пожалуйста. Что это за кликбейт? А нам не показали, что было дальше? Да, нам не показали. Ну ладно, мы сохранили жизнь. Сохранили жизнь, да. Why not? В любом случае, знаешь, что когда разряжается перец, он не плотно, он не полностью так идет, там есть внутренность гигантская, прям впадина. А там не было этой впадины. Мне кажется, что мы все равно правы. Ну мы никогда уже этого не узнаем. Да. Ох уж эти кликбейты из ТикТока, которые собирают сотни миллионов. Угу. Вот сейчас мы должны с тобой ответить: настоящий или фейк? Знаешь почему? Потому что, вероятнее всего, это даже не тортик. Мне кажется, что это просто рисунок какой-то. Мне кажется, это рисунок. Натуральная тень, как будто нарисована. Да, стакан выглядит ненатурально. Окей. Это фейк. Это фейк. 100%. Фейк единогласно. Да. Итак, ребята, если мы сейчас угадаем, ставь. Ставьте нам лайкосик. Это... Да! Это да! Это фейк! Это торт! Офигеть! Ты прикинь! А я думал, что это просто 3D рисунок на бумажке. Я тоже, он так выглядел объемно. Они идеально его сделали вообще. Ребята, надеюсь, вы уже поставили лайк. Большое вам спасибо! Настоящая картошка или нет? По-моему, да. Тут какой-то комментарий, смотри. Кейк 2020. Картошка выглядит натурально. Подожди, тарелка выглядит вообще не натурально. Как будто бы... Да, кстати, как будто она из белого шоколада. Да, это фейк. Фейк. Окей, это фейк. Это фейк. Да, это да, фейк. Это фейк, хорош. Еще, а еще? Ребята, с вас точно теперь лайк. Давайте за каждый раз, когда мы будем угадывать, вы будете ставить лайк. Наберем 1 000 000 000 лайков. Да, только мы будем угадывать всего 2 картинки. Такие, хопа. Всего 2 лайка под этим видео. О май гад. Надеюсь, такого не будет. Только картошка была настоящей.
Думаешь? Мне кажется, что картошка была настоящей. А упаковка фейковая. Это кстати, вот кексик. Про газету я вообще не подозревал, что она... Ты представь, просто какой-нибудь чувак берет эту газетку, да, эту упаковку, и просто на улице начинает ее есть, и люди такие... Что ты делаешь? Зачем? Настоящая нутелла или нет? Слушай, ну... Крышка выглядит как настоящая нутелла. Я его вот недавно покупал, один в один вообще. Я пока понять не могу. Знаешь почему? Потому что я не вижу там стекла. Мне кажется, что там шоколад вместо стекла. Но там не стекло, там, знаешь, пластмасса вообще. Это фейк. Почему? Знаешь почему? Почему? Объясню. Смотри на этикетку. Этикетка как будто приклеенная, она слегка, видишь, вот так вот отклеивается. Есть такое, да. Видишь? Да. Она не вплотную прижата к банке. Поэтому мне кажется, что это, окей, скорее всего, кекс. Прислушаемся к тебе. Окей, это кекс. Это кекс. Давай, 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 давай. Режь. Пожалуйста. Ребят, мы сохранили жизнь, мы никогда в жизни не узнаем, что это было. Почему? Я постоянно попадаюсь на такие кликбейты. Я не понимаю, почему мне не везет. Так, окей, туалетная бумага 100% фейк. Фейк, фейк, фейк. Ну фейк. Ты где-нибудь видел идеально такую белоснежную бумагу? Конечно, у тебя в туалете только что. Представляешь, заменить вот эту бумагу, какой-нибудь чувак забегает в туалет в Макдаке такой, хватает туалет, и у него все разжимается. Я был прав, этот мир не настоящий. Это фейк, это фейк. Разрезай. Фейк. Давай, 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 давай. Тут даже не видно бумагу, смотри. Да, все, там нету прослойки вообще. Да, 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 видно, он начал резать ее уже. Да, и она придавилась. Ящерица. Настоящая или это ящерица? Это настоящая это ящерица. Это 100% настоящая ящерица. Это просто какой-то прикол. Только не говорите мне, что он сейчас собирается съесть эту ящерицу. Я точно не ожидал там увидеть этот фильтр. Да, я знаю, что это за фильтр. Да, это очень забавно, да. Я не ожидал здесь этого увидеть. Я тоже. Все, что угодно, только не это. А прикинь, если эта ящерица была кексиком. Ну, камон, ну, конечно, это настоящая лапа. Да, это настоящая лапа. И смотри, сейчас этот фильтр опять. Да, опять этот фильтр, да. Это кексик. Все понятно. Тейп or кейк. Настоящий. Как будто нарисовано, нет? А мне кажется, это настоящий. А, ну внутренность, как будто маркером его закрасили, да? Да, 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 да. И причем это другой какой-то ТикТок аккаунт, то есть это не тот чувак, который резкие кликбейты делает. Мне кажется, что это кексик. Я никогда не видел, чтобы внутри вот такого скотча было вот так вот все разукрашено. Хотя, может быть, это какой-то специальный скотч. Ладно, хорошо, это кексик, да? Да, это кекс. Нет. Ну смотри, режет что-то. Нет! Нет, это не кексик! Не кекс, точно? Походу не кексик. Да не, не может быть. Так, нет, нет, нет. У нас есть 4 жизни. Пожалуйста, а, да, это кексик, видишь? Кекс? На ножичке был тортик. Нет! Да, да, кекс! Это кекс? Да, это кекс! Фу, я подумал, что это прогнивший скотч. Который, знаешь, где-то в подвале откопали такие, о, кстати, почему мы его не разрезали? Он снаружи был таким уже тогда. Я подумал, все, ребятки, что мы сейчас потеряем жизнь, окей? Отлично, держимся. Вот это сейчас было действительно сложно. Да. Лимон. Ну смотри, точно такая же бумажка. Хотя... Структура лимона очень похожа на настоящую. Да, мне кажется, это лимон. Это 100% лимон. Это та же самая упаковка, как мы могли на это повестись? Блин, это же ролики не подряд идут, если подряд шли, то мы могли бы подумать все-таки. Вы просто посмотрите, насколько это выглядит реалистично. Ладно, ребята, у нас есть 3 жизни. Да, живем. Мы как-то слишком быстро потеряли 2 жизни. Очень тяжело, офигеть. Очень тяжело. Да, это очень сложно. Настоящая свеча или нет? Слушай, давай посмотрим. Я вот видел такие видосы, где свечу разрезали. Огонек настоящий. Огонь настоящий, да. Но это может быть обычная свечка в тортике. Я не вижу воска. И я не вижу прям такой, знаешь, будто мрамора или кружки, чего-то такого прям твердого. А еще его ТикТок называется Chocolate Planet. Да, да. И смотри, мне кажется, от огонька здесь поплавилось немножко. Да, подплавился шоколад. Да, 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 видишь, по бокам подплавился. Это все-таки тортик. Это тортик. Да, это тортик. А капуста? Капуста. Настоящая или это капуста? Слушай, мне кажется, это торт. Ребята, поставьте ролик на паузу и прямо сейчас напишите в комменты. Настоящая ли это капуста? Я думаю, это торт. Торт. Да! Да! Да, это торт! Хорош! Фу, как ребят, мы хорошо держимся! Кто угадал, просто молодцы. Кто не угадал, не расстраивайтесь. Поставьте лайки, все будет хорошо. Сейчас, мне нужно немножечко передохнуть. Сейчас. Это торт. Это торт. Это торт. Это торт. Как ты это понял? Да легко и просто, но клубок не выглядит так. Посмотри. Ну да, нитки, да, да. Какие-то и он снизу, странные. Видишь, немножко приплюснулся. Да, да, да. Дерево торт. Слушай, после такого мне кажется, что вся наша жизнь это один огромный торт. Определенно, да. Ну-ка. Давай попробуем что-нибудь разрезать. Ну-ка. Готов? Давай. Сейчас я его сломаю.
А, нет, это не торт. Это не торт, придется новый телефон покупать. Ну ладно. Конечно, кексик. Да, это кекс 100%. Сразу видно по лапше. Да. Пуль тоже. Да. Они прям подряд идут. Да, 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 прям торт. Подряд. Торт. Да, торт. Тоже торт. Торт. И торт. Еще один торт. Торт. И еще один торт. Торт. Мы можем просто сидеть и говорить торт. 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 А вот это тоже торт. Да. Ты удивлен? Нет. Торт. Торт. Нет, желе. Опа, смотри, а это тоже торт. Но она какая-то нереалистичная. А особенно горошек и морковка вот. Да, сразу же видно, что это марципан. Да. Торт. Да. Ну, конечно же, торт. 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 И еще раз торт. 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 Причем ролик начинает ускоряться все быстрее, да, быстрее, да, быстрее. Дальше на 2х поставим. Даже не знаю, тортик вообще ли это? Не похоже на торт. Нет. Что это такое? Может это быть, это... Это же не кексик. Это дерево, сразу мне видно. Мне кажется, это кирпич. Нет. Кирпич. Это микрокирпич камень. Для смурфиков. Гигантский камень. Это... Антистресс. Жизнь никогда не будет прежде после этого. Это антистресс, чувак. Мы реально только что повелись. Окей, у нас осталось две жизни. Они у нас уменьшаются со скоростью света. Мне это вообще не нравится. Ни нас запутали просто. Вот это сейчас будет сложно. Очень это сложно, да. Либо кекс, или... либо антистресс. Пупырышки на антистрессе, да. Они же обычно не приклеены. Ну, точнее, как не приклеены? Они торчат, и они тоже такие резиновые. Это похоже на присыпку. А если присмотреться, то да, это присыпка для торта. Смотри, еще некоторые вот эти пупырышки, они склеились с этим шариком, и поэтому мне кажется, что это тортик. Мне тоже так кажется, что это тортик. Окей, все, торт! Поехали. Торт. Пожалуйста, торт. Да! Смотри, да, 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 да! О, причем смотри, какой! О, это апельсин! Мы потеряли еще одну жизнь! Чувак, у нас осталась всего лишь одна жизнь! Окей, ребята, прямо сейчас вы ставите лайк под этим видео, и мы получаем одну бонусную золотую жизнь. И у нас теперь суммарно две жизни. Да. Неплохо. Торт или что-то другое? Подожди, окей. Это странно, тут прям видно торт. Может быть, это не торт? А может быть, это просто крем на какую-то, да, платформу, да, залили? Да, я, да, не знаю. Вот давай так, смотри, сейчас у нас есть два варианта ответа. Торт или не торт? Мне, понимаешь, кажется, не торт. Мне тоже кажется, что это не торт. Это обманка. Это обман. Это точно не торт. Это вообще не торт. Это не торт. Это не торт! Это не торт! Это не торт! Это MacBook! MacBook, блин! Серьезно! А как ему не жалко-то? Он взял его и испачкал MacBook. Как он будет его оттирать? Даже без чехла. Капец, просто взял пасту из мазюкал. Это жестко. Капец. Вообще. Он еще и грязными руками. А, это даже не MacBook. Торт или не торт? Или настоящая бутылка Пепси? Мне кажется, это бутылка Пепси, обернутая в шоколад. Да, мне тоже так кажется. Потому что форма чересчур какая-то настоящая. Да. Хотел посмотреть на крышечку, она как-то далеко находится. Нет? И она как будто наклонилась. Да. Хотя, возможно, мы так странно видим из-за того, что вся эта бутылка. Еще вообще. Вся эта бутылка покрыта шоколадом. Да. А шоколад плавится на жаре. Mm-hmm. Так, ладно, хорошо. Какой наш ответ? Mm-hmm. Нам, Алексей, нужно прийти к единому мнению. Решайте. Давай. Ну ладно, давай, скажи свое мнение, я скажу тебе свое. Хорошо, я думаю, что это не торт. Я думаю, что это тоже не торт. Пожалуйста, не торт. Не торт. Не торт. Что это? Что это может быть? Хоть бы это был не торт. Это не торт. Это торт. Это был торт. Мы потеряли вашу бонусную жизнь. Да, у нас осталась только одна жизнь. Это было как-то слишком быстро, тебе не кажется? Да, это точно. Ребята, никогда не давайте нам бонусные жизни. Нет, шучу, шучу, шучу. Ладно, у нас есть одна жизнь. Все хорошо. Это очень тяжело. Хорошо, я думаю, что это торт. Я думаю, что это торт, да. Здесь есть какой-то подвох. Это торт. Он очень долго прям наводится. Что это было? Сосиска. Откуда она вылезла? Не знаю. А кто ее вытаскивает? Я тоже не знаю. Это даже был не торт, это был просто какой-то непонятный фейк. Вообще непонятно что. Но это мы знаем, конечно. Конечно, это не торт. Это хотя не торт. Бисквитовая основа. Так может быть это просто снизу вот так. Может это опять ноутбук? Возможно, да, очень похоже на форму ноутбука. Не торт. Это не торт. Не торт. Не торт. Вообще не торт. Не торт, не торт, не торт, не торт. Пожалуйста, это не торт. Да, это не торт. А что это? Это ноутбук. Нет, это не он. Да? Да! А ты видел, там склейка была только, да, что? Да, кстати, видел склейку. Смотри, смотри, смотри. Он засовывает. Там нет ноутбука. Там нет ноутбука, а сейчас появляется здесь ноутбук, смотри. Да, 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 да. Гениально сделано. Гениально. По клавишам так.
Какой был смысл за склейку делать? Засунули бы настоящий. Это тогда. Знаешь, так люди, которые играют в PlayStation, они берут геймпад, покушают пиццу, да, и да, с такими жирными руками начинают трогать джойстик. Слушай, но кто из нас это не делал? Я не делал. Настоящий фрукт или нет? Похоже на настоящий, смотри, как блестит красиво. Обычно фрукты мыты так и блестят. Особенно хотя он в перчатках зачем-то это. А, это виноградинка. Я думаю, что это настоящий виноградинка. Настоящий виноград, да. Настоящий. Это же виноградинка. Да? Это виноградинка. Да, это виноградинка. Да. Ладно, пока что сейвимся, чувак. Нормально, хорошо держимся. Очень хорошо. Вы прям большие молодцы. Прикинь, сейчас он, короче, такой берет, а это... Нет! Что вообще? Это была желатиновая поверхность. Мы потратили все наши жизни. Так быстро. 30 секунд спидрана. У меня одна жизнь, и у тебя одна жизнь. Поехали. Все, давай. Кекс или фейк? Фейк. Я думаю, что это кекс. Так, давай, дубль номер два. Второй раунд. Поехали. Кекс или не кекс? Не кекс. Я думаю, что это не кекс. Не кекс. Да, это не это кекс. Это не кекс. Кекс или не кекс? Не кекс. Тут прям видно алоэ. Хотя это чеснок. Да, это чеснок. Это вообще лук. Да. Да, это лук. Отлично. Настоящая обувь. Настоящая, конечно, настоящая. А. О, я чуть было не офигел. Фух. А, тортик. Тортик, конечно. Конечно, тортик. Болт, настоящий или нет? Настоящий, настоящий болт. Настоящий болт. Сейчас затупит свой ножичек. Что? Что там? Он на две части, может, поделен? Не верю. Нет, это не может быть кексик. Это не может быть кексик. Это кексик был! Я тебе дам шанс, давай. Ладно, давай. Давай, только ты решаешь. Готов? Давай. Все, поехали, у тебя есть три попытки. Это настоящий телефон. Что? Нет. Нет. Нет, 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 нет. А там два айфона. Смотри, это сзади был другой айфон. Там трёсся экран, это гринскрин. Нет! Так, ладно, одну попытку я потерял. Давай, вторую. Это настоящая. Да-да-да, настоящая, смотри. Да-да-да-да-да, настоящая. Настоящая. Так. Он не разрежет эту банку. Нет, 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 нет! Минус вторая попытка, ну как? Я не верю в это! Я не верю! Такого просто быть не может! Игральный кубик. Хорошо, это настоящий игральный кубик. Ух, последняя попытка. Да, это настоящий игральный кубик. Да, хорош! Все, хватит! Да. С меня хватит! Окей, ребята, большое вам спасибо, что вы досмотрели этот ролик до конца. Огромное спасибо Фиксай за то, что он поучаствовал в сегодняшнем ролике. Напишите в комменты, сколько раз вы угадали и сколько раз вы проиграли. Поставьте лайкос, посмотрите два предыдущих ролика и увидимся с вами в следующих видосах. Адьос! Пока!